баночку пивка, закурить электронную сигаретку, водочки можно, шашлычок пожарить. Главное здесь, понимаете, здесь кушать надо, а не водку. Питаться здоровой пищей, ребят. Огурчики, яблочки, бананы там. Верно? Но ваши слова, да, на эту поляну бы. Медов. Медов? Медов. Знаешь, люди обленились тем, что даже не хотят делать домашнюю. Они покупают тупо в магазине. А в магазине вы сами знаете, как оно делается. Сделайте свой самогончик домашний. Там, наливку. Ну хорошо, на том и порешили. Ладно, выпили, посидели, можно двигаться дальше. Правильно. Безопасный проход? Да. Безопасный. А что здесь у нас? Вот туда камеру переведем. Ага. Так. А здесь, кто у нас здесь отдыхает? А кто у нас здесь отдыхает, а? Жители бетонных коробок? Кто не знает таких мест, как наши. Любители отдыхать с комфортно. Да, любители так вот сесть и питаемся солнышком, его положительной энергией, теплотой. Теплота солнца – это непосредственно то, что живет во всех нас. Внутри каждого человека находится это солнце, которое горит и освещает все вокруг. Оно освещает все вокруг, в том числе и души всех людей, которые так трепетно жаждут тепла. Тепло солнца можно сравнить с теплотой материнских рук, когда они гладят сына, когда они его жалеют, ласкают. Вот поэтому мы все так тянемся вверх, мы все тянемся к Богу, к его теплу, который нам дает жизнь, непосредственную жизнь. Поэтому любите природу и чаще ходите к ней в гости. Поэтому это наша с вами задача в этой жизни — не стать роботом.
сейчас вот дойдем до того дерева, сядем. Какого? Вот этого первого самого, которое маленькое. Надо камень найти, чтобы сесть. Да ладно, так на землю. На камне сидеть тоже нельзя. Сейчас я хочу сказать своей маме: ма, гляди, это место как раз напоминает тот самый подъем в селе, где лес идет справа, потом таким подъем через поле, и дальше идет уже деревня. Вот этот самый подъем очень-очень напоминает наш перевал, где идет уже наша деревня. Ух ты, мы пойдем туда, где камни, а что-то? Да, что туда пойдем. Хочешь, можешь потом спрыгнуть. Почти уже у цели. Цель почти настигнута. Сейчас главное не свалиться на задницу. Спой мне, птичка, небылицу. Спой мне, птичка, небылицу. Тебе не это. Надо идти, Адам. Здесь-то далеко не идти. Так. Не залезешь. О, я так, залез. Так. Нормально. Наша дорога почти кончается. Это можно назвать дорогой. Красота! Thank you.
time.